Конечной точкой стал проспект Дереглазова. В планах сделать там новый тротуар, решить вопрос с уличным освещением, благоустроить территории рядом с торговыми точками и привести в порядок фасады зданий. Но это еще не все. В ближайшее время выйдем на застройщика, на управляющую компанию для приведения в нормативное состояние межквартальных проездов. В дальнейшем будем прорабатывать вопрос о передаче в муниципальную собственность при наличии, соответственно, финансирования на эти цели. А вот на Театральной площади планируют восстановить просевшую плитку и поребрик. Они деформировались на месте, где был установлен детский городок. Также в порядок приведут остановку на Ленина 31. Она должна соответствовать единому стилю, принятому на Центральной улице.